Сотрудниками группы наркоконтроля отдела МВД России Нелидовский возле одного из домов по улице Куйбышева районного центра задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья в возрасте 26 и 29 лет, подозреваемых в попытке сбыта наркотика. Полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемых 15 полимерных свертков с метадоном общей массой более 4 граммов, что является крупным размером. По данным оперативников, фигуранты планировали распространять запрещенное вещество на территории Нелидова через тайники закладки. В установленных местах наркозакладок изъято еще 27 свертков с веществом, направленным на исследование в ОКЦ УМВД. Злоумышленники сознались в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Задержанные помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об их аресте. В Твери на улице Смирновой съехал с дороги в кювет автомобиль Hyundai, водитель которого, женщина 90-го года рождения, не справилась с управлением. В аварии пострадал сын водителя. 8-летний мальчик находился в иномарке в качестве пассажира. На 181-м километре автодороги М-10 в Калининском районе области большой груз «Скания» столкнулся с грузовиком, который остановился на запрещающий сигнал светофора. Пострадал водитель «Скании». В Твери на зеленом проезде автомобиль ВАЗ-2115 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 40-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена в больницу. В Твери на проспекте Калинина автомобиль Hyundai столкнулся с «Ладой Веста», остановившейся на красный сигнал светофора. Пострадал водитель Hyundai, мужчина 65-го года рождения.